Я просто хотел вас приветствовать на очередном международном фестивале, который начал свою деятельность. Первый состоялся в годовщину 170-летия, это день рождения Модеста Петровича. А сейчас 175-я годовщина. Вот период, когда можно сказать, что он состоялся. Он принят, состоялся, он был ожидаем, и очень важно, что он проходит в год культуры. Задача которого – года культуры. Задача – возвращение к нашим традиционным истинно русским ценностям, традициям. И я думаю, что самый лучший формат – это наш международный фестиваль. Мировоззрение нашего земляка, основанное, мировоззрение таких людей, как наш земляк, Модест Петрович, основанное на безграничной любви к своей родине, это были всегда и остаются истинным фундаментом культуры, российской культуры. Сегодняшний фестиваль, действительно, это подтверждение. Я просто хотел всем пожелать ярких впечатлений, насладиться действительно талантом наших гостей, наших друзей, можно уже так сказать, сам с удовольствием сделаю. Ну и пожелать, чтобы действительно из года в год стал действительно фестиваль всегда был этим знаком, основным событием культурной жизни нашей Верховной Лужи, становился еще более ярким. А мы с удовольствием будем помогать и приветствовать. И позвольте мне сегодня с этой сцены, такой день открытия, момент открытия, просто поблагодарить и вручить благодарность уважаемому коллективу. Благодарить.